Привет! Сегодня готовим очень вкусные творожные брусочки. Такую вкусняшку любят как дети, так и взрослые. Пышные, мягкие, воздушные, ароматные, с золотистой корочкой, с чаем, кофе или молоком. Это очень вкусно. Если вам интересно, как их приготовить, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Для этого нам понадобится 400 грамм творога, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соды, 350 грамм муки и сахарная пудра для посыпки. Творог, сахар и яйца перемешиваем вилкой. Теперь добавляем соду, частями вводим муку и замешиваем тесто. Сначала это делаем в миске, потом переходим на стол. В итоге получается мягкое эластичное тесто, чуть-чуть липнущее к рукам. Делим тесто на несколько частей. Из каждой части раскатываем жгутик. И разрезаем его на брусочки длиной примерно 10 сантиметров. Теперь берем две вилочки и с двух сторон прижимаем. Проделываем так со всем тестом. Обжариваем с трех сторон на растительном масле до золотистой корочки. Жарятся они очень быстро. Готовые брусочки перекладываем на салфетку, чтобы весь лишний жир впитался в бумагу. Готовым трубочкам даем немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Я желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Всем пока!